На библейском портале «Экзегет» мы отвечаем на ваши вопросы, друзья. В эпоху цифровых технологий и космонавтики верить в Бога – это чистое безумие. Тут, видите, как посмотреть. Царь Давид другую логику излагает, апеллируя теми же словами. «И Бог, и безумие, рече безумен, безумец в сердце своем. Не есть Бог, нет Бога». Но так сказал тот, кто сам безумен, предполагать будто полеты вокруг Земли сами по себе являются доказательством отсутствия создателя космоса. Крайне наивно Бог не постигается нашими чувственными орудиями, ни нюхом, ни зрением, ни осязанием, ни чем другим Бог. Является причиной нашего бытия, а не его участником. Он является, конечно, и промыслителем, поддерживающим бытие всякой твари, но он везде ни с чем не смешиваясь, бесконечно далеко отстоя от тварного мира, который мы с вами представляем, не местом, но природой, потому и изобретение особенно продвинутых технологий в компьютерном мире, потому и космические полеты, которые не освобождают человека ни от страстей его, ни от смерти, не обеспечивают ему вечной жизни, конечно же, не могут быть поставленными в противоречие, в антиномию с бытием, с бытием Божьим. Господь дал человеку разум и содействует его научным постижением этого мира тварного, но призывает на этом не останавливаться, а сердце стремля... стремится очищать с тем, чтобы Бога истинного узнать э, как сам... самая главная задача всей нашей человеческой жизни. Потому как бы ни были высокие технологии, как бы неудобнее нам становилось жить при этом путь к вечной жизни лежит в области сердечного богопознания, молитвы и покаяния, приобретения благодати Святого Духа, которым высокие технологии призваны не мешать, а помогать. Поэтому если мы с вами пользуемся компьютерами для знакомства с содержанием Священного Писания, если мы с вами молимся и тогда, когда нет перед руками, перед глазами молитва слова, но помогают нам в этом какие-то отдаленные богомольцы, становящиеся к нам очень близкими, благодаря тем же самым технологиям, то будем благодарить Бога за просвещение ума человеческого, изобретение всякой хитрости, позволяющего для того, чтобы душа познавала своего Творца.